кстати, по недвижимости вопрос. Вот была мода, все, вот я помню, 10 лет назад это было просто, вот мечта любого человека была недвижимость в Лондоне. Это была мечта. Что сейчас происходит с этим рынком? Сейчас ее лучше купить. Вот, потому что сейчас она подприсела из-за боязни Брекзита, и они переборщили где-то с налогами. То есть есть закон о том, что если ты где-то что-то заработал за рубежом, ты здесь тоже должен заплатить, если ты уже давно здесь и так далее. То есть вот эти все вещи, они плохо влияют на рынок такой серьезной недвижимости, поэтому сейчас прекрасное время покупать. Ты что-то прикупил? Я купил квартиру в Челси.